Блин, друзья, вот не пойму я, что-то у меня с камерой, с интернетом или с освещением. Какое-то все у меня зернистое. Я сейчас попробую свет включить. Может, так лучше? Ну-ка. Даже не знаю. Лучше так. Я вот наконец придумала, на что мне привязать. Это нам подарили в магазине Соколов. Подарили нам с подружкой бесплатно вот такие подвесочки. Это ей в подружке какие-то дали, типа сертификатики, что-то такое. Вот. Говорят, что с бриллиантиком. Ну, не знаю, может, и с бриллиантиком. Я привесила, ну, просто она очень маленькая. Я привесила ее на нитку просто серебристую такую. Я этими нитками вышивала мешочки для Радио Вера, для их икон, которые они дарили своим благотворителям. Вот, ну, нитки остались. На самом деле у меня остался и один мешочек тоже. Вот, потому что что-то там как-то очень, как-то недобро они мне ответили. И я им просто не отдала его. Вот, потому что, ну, слушайте, как-то это нехорошо. Для людей стараешься, они тебе гадости пишут. Вот, ну, на самом деле потом у нас все как-то более-менее опять наладилось, но... Мешочек у меня остался. Осадок остался в виде мешочка. Вот, ну, у нас все время, знаете, так, то хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо. Как говорит, у меня подружка была когда-то, вот, в Синфо, она говорила, я, говорит, ну, там просто, как, мы там что-нибудь поспорим с Легой, да сейчас-то уже нет, ну, просто я уже как бы церковными вещами не очень интересуюсь, а то что-нибудь мы там с Легой, да поспорим, и там народ какой-нибудь с инфо со мной, ну, сейчас это уже овцо, ну, и СМИ, вот, да. Ну, тогда Синфо был, Синода информационное дело. Вот. И там, и, в общем, народ со мной там не здоровается, там обходит меня. Потом мы вроде как так, все нормально. И снова там все здороваются, все там тебя любят. Ну, обычное дело, что, в общем-то, да. И вот так у нас несколько раз было, и мне подружка моя говорит, она говорит, ну, ты с Легой поссоришься, помиришься, говорит, я уже больше не могу следить за этим. Вот. Так же и тут вот с Радио Веры мы там с кем-нибудь там поссоримся, помиримся там. И, в общем, вот. Так что все нормально. Наконец дописала я статью. Ну вот с Фонда Веры мы как-то вот разошлись совсем. Вот. Который помощи хосписам, да. Ну, видите, сколько веры у меня. Где мой самой этот крест. Не знаю, судьба. Вот. И... С ними мы что-то совсем расстались, но как-то там уж совсем как-то нехорошо было. Вот, так вот. Потому что, в принципе, ну, у меня благотворитель, который начал, собственно, это радио, да, начинатель. Вот, он друг мой давний, и я когда-то в него работала помощником. Потом мы с ним стали дружить уже. Ну, он уже сейчас такие, скорее, дружеские отношения. Вот, и, собственно, ну, с ним я никогда не сварилась в этом смысле, да. Ну, это просто важнее для меня, да. Дружба с ним для меня важнее, чем там всякие вот эти вещи. А, ну, в Фонде Веры у меня особо друзей не осталось. Вот. Такие дела. Ну, так я, слава богу, закончила статью про Чукотку. Вот, написала большую на 2 страницы. Вот. Надеюсь, она куда-нибудь пристроится у меня. Вот. Посмотрим сейчас. И вот, сейчас буду писать про аналитику. В общем, я как с утра встала, как давай писать. Ну, папа, конечно, я покормила с утра, но... Он ушел у меня к дантисту что-то там делать. Вот, а потом я как стала, как давай писать, исправлять и все такое. Сейчас буду писать статью аналитическую. Вот, сейчас смотрю, какие города-миллионники, про что я уже писала. А это достаточно... Ой, я уже много про что писала, просто
Вот, сейчас буду про льготы писать, наверное. Буду я писать про Самару. Про Самару. Кстати, Самара, представляете, там, по-моему, 1 156 000 живет людей-то. Вот, кто бы мог подумать. Вот, я пока беру в основном города-миллионники, ну, так, перемежаю их с небольшими городами, потому что так просила редакция. Поэтому, простите, малые города, я вас люблю, но мне сказали писать про города-миллионники. Все. И я пишу про города-миллионники. Вот. Ну, что еще сказать-то? Купила я мышь. Я вчера вот постила, что я купила мышь. Классная. Ой, со мной так хорошо вообще обходится всегда на Савеловском. Я не знаю, кого там обжуливают, но я вот сколько себе там покупаю, вот я телефон себе этот купила, да, там хороший телефон, никаких претензий у меня нет, слава богу. Но он, правда, быстро разряжался первое время, но я там все подправила, что надо было подправить. Там что-то отключила, что-то подкрутила, там что-то вообще удалила, и у меня хорошо работает, сейчас нет проблем. Вот, купил к нему дополнительный аккумулятор большой на 6000 ампер. Вот. Так что, ну, замечательные люди там были, прекрасно со мной обошлись, все мне сделали, задачу мне насобирали, все мне дали. Все. Ладно, побегу работать я. Обнимаюсь.